Привет, привет. Ты опять болеешь? Да. Опять с папой осталась? Что делаете? Буквы пишу. Какие? Буквы А. Как правильно писать маленькую букву А? Вот так. Нет, маленькую букву А. Рассказывай детям. Маленькое пузико и еще крючочек. Да. Ну. Получается у тебя? Вот последняя была вот эта вот красивая у тебя. Пишите давайте. Будем потом вам носик капать. Да? Ой, а где мои картинки с Анной и Эльзой? Не знаю. Давай дописывай уроки. А то мы эти уроки никогда не закончим, да? Вот ты делаешь шестерочки, а мама тебе что говорила делать? Буква. Хвостик, отрываем руку, потом пузико. Давай попробуем, как мама, давай. Ну давай, одну буковку, не рви тетрадь. И все. Ну да, давай, пиши. Пишем. Так, отрываем и пузико. Следующую, точно так же. Ты одну говорил. Строчку дописывай хотя бы. И все. Нет, надо дописать полностью уроки, тогда получишь маленький подарок. Свой заряженный телефон, новые мультики скачанные. И еще сможешь смотреть телевизор во время болезни. Сколько влезет. Да? Сколько влезет, но пока не пришла бабушка. Да. Да? Пиши. Пиши букву А. Мы в тебя верим. Ты будешь супер ученицей. Самой. Папа. Давай дальше пиши. И еще рядышком ровненькую пиши. И не умею ровненькие. Я же тебя учил. Маленький хвостик. Отрываем ручку. Пузико. Пузико. О, ровненькая получилась. Да нормально. Вот это вот что это торчит у вот этой. Вот это что торчит. Вот. Ладно, рядышком пиши чистенько. Хорошо? А то нам нос уже пора капать. Давай. Мы уже закапали. Сейчас еще закапаем. С мамой. Мама на работе. А мы делаем уроки, да? Пока-пока. Пока-пока-пока. Делайте уроки. Угу. И мама еще покалякаю на прощание. Не надо калякать. И слушайтесь кого? Мама и папа. Всем? Все, а вам сейчас помахай и покалякают жить. Все, я вам покалякала. Пока-пока.